Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Голди Роблокс. И у нас сегодня на канале новая серия. Сегодня, ребятки, мы поиграем в игру Brawl Stars. Погнали! Итак, ребятки, сегодня утром один из подписчиков мне писал, что сегодня в 16 часов по Москве будет обнова, наконец-то обнова Brawl Stars. И я весь день думал об этом, думаю, неужели будет обнова, когда зайду в эту игру и посмотрю, наконец-то же, что да, таки была обнова. И я, короче, зашел в игру, и пока что, я не знаю, ребятки, была ли обнова реально, что тут поменялось, походу. Мне так кажется, что если бы была обнова, то были бы какие-то новости насчет этого. Да. Смотрите, ребятки, какой у нас клан. Уже на 625 тысяч кубков. Pape the Frog у нас просто красавчик. Я ни разу не пожалел, что сделал его вице-президентом. Очень классный чувак. Такой уже взрослый, походу. Ну, в общем, я очень рад. Большое спасибо тебе. И даже напишу сейчас в видосе тебе спасибо! У-ху! Так, я тут чуть-чуть почитал, да, Егор уже второй раз, по-моему, кикает человека, господи, пацаны уже 1000 раз просили и в комментах, и в видосиках, кто ветеран, не кикаем никого, мы сами разберемся, кикает только Пейп и Голди, все, пожалуйста, не кикайте, давайте, мы сделаем всех ветеранами, но никто никого не кикает. Итак, спасибо, написал Фрогу. Обновы, походу, не было, ребятки, поэтому просто давайте пару катков погоняем. Вечерняя у нас фан такой. Да, сегодня я выключил, чтобы мне не кидали подписчики, и, там, друзья, сокланы, пригласики. Сегодня чисто бой-одиночка. Даже не думал, ребятки, на каком игроке поиграть. Поиграю на этом игроке, на Пенни, да. И посмотрим, что из этого у нас получится. Так. И вот эта карта, на самом деле, не сильно люблю эту карту. Тут, блин, в центре очень много кустов. И иногда вас так врасплох могут застать. Неожиданно раскидать, короче, дать, так сказать, люлей. Так, вот тут, короче, что-то у нас получилось. Куча банок выпало, куча баночек. И метеорит не в тему тоже упал. Но мы как-то выкрутились с этой ситуации, все получилось. Я поставил пушечку, у меня уже готова вторая ульта. О, пушка через пол карты добила чувачка одного. Сейчас мы добьем гитаристика. Ах, пушка просто мощь, пушка. Так, давайте его добьем альтыму. И как-то так все быстро произошло, сам не понял. Нам дали сразу первое место, круто. Так, плюс 9 баночек, да. Пока что, ребятки, неделя такая тяжелая, поэтому играю мало, снимаю мало. Много работы, вот. Но выходные обязательно хочу 6 тысяч докачать. И откроем, наконец-то, 8-бита. Снимем обязательно потом про 8-бита. Как он будет нагибать. Так, это у нас второй бой. Сейчас посмотрим, как он получится. Первый бой прошел офигенно. Плюс 9 кубков вообще. Чистая победа. Так, погнали. В этот раз мы играем с бутылочником. О, козлы такие, не дали мне взять баночку. Ну ладно, мы пока возьмем эти две баночки и теперь будем тех преследовать. Думаю, мы сейчас их... Я тут чуть-чуть постреляю, может, кому-то помогу, там раскидаю. Вот, чувак сам виноват, ко мне подъехал. Ультанул так ультанул, не совсем удачно, походу, ультанул. И я вижу, что тут бутылочник клепает эту команду, все-таки он их преследует. Я ему буду помогать. Так, он, походу, пошел в самый угол туда, там, видать, осталась одна баночка. Сейчас он возьмет плюс одна. И такого уже у нас, ребятки, 4 банки. Неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой, как вы посмели. Сейчас, походу, меня убьют. Нет. Да, короче, они там, крыски такие две спрятались в том маленьком кустике. Мы их потеряли из виду. И получилось то, что получилось. Как видите, да, не смогли мы выиграть. И минус 3 баночки. Ну, ничего, мы не отчаиваемся. Сейчас пойдем еще раз в бой. И все с вами наверстаем, конечно. Так, начинается бой опять... И сейчас, в этот раз мы играем с Эль Примо. Да, походу все-таки не было. А, у меня есть одна идейка, ребята, как проверить, был ли обнова. Точно, я вспомнил. Мы сейчас потом попозже зайдем с вами в бойцы, игроки. И если там, походу, 33, то есть в данный момент 32 максимум игроков, правильно? Если была обнова, должен появиться еще один игрок, 33. Вот, если он там есть, значит обнова была. Но мне кажется, что обнова еще не было. Меня подписчик обманул, надурил. Вот, и так что, мне кажется, когда будет обнова, все-таки еще какой-то подарочек дадут. По-моему, там сундучок или что-то такое.
Вот, ну, какие-то новости будут, что произошло обнова. И, возможно, ребят, мне кажется, что поменяется вот эта вот, короче, как ее, заставка, когда ты в бой идешь. Мне кажется, она тоже поменяется обязательно. Ну, как бы, как-то так. Поэтому, да, походу обновы нет, поэтому просто поиграем и будем дальше ждать. Кстати, если кто знает, ребятки, точную информацию, когда же будет обнова, напишите, пожалуйста, в комментариях, очень интересно, буду тоже ждать и сниму в этот же первый же день видосик. Так, у нас по 4 баночки, тут, короче, люди есть такие вот, сейчас, наверное, вот этих мы хлепанем, Эльприму сейчас догоним. А, он, наверное, меня не видел, думал, сейчас Эльприму разберусь, а тут второй подбежал, и, конечно, мы их раскидали. Опа, вот это нежданчик, это я получил, конечно, люлей, да. Ну, хотя бы я успел поставить пушку. О, божечки мой, сейчас, конечно, этот раскидает моего Эльпримчика. И как-то так, третье место, вернее, четвертое место, блин, за четвертое место нам дали минус 3 банки. Фа, ну ничего. Сейчас постараемся что-то исправить. Да, скоро уже будет 35 боксиков у меня самых маленьких. Так что они потихоньку идут, собираю на какой-нибудь потом видосик. Да, ну что, посмотрим, какие режимчики есть. Думаю, может сыграть какой-то другой режимчик. Ну, наверное, я думал, если будет ограбление, то сыграем в ограбление. Но если его нет, то нет. О, да, короче, смотрите, зашел я посмотреть таких бойцов, как вам рассказывал. И, походу, все-таки обновления не было. Потому что, как мы с вами видим, 32 бойца максимум. И пингвинчика еще не добавили, поэтому мы будем с вами расстраиваться, но не сильно, потому что все равно оно скоро будет, и еще сыграем пару баночек, пару катков. Так, начинаем мы играть вот с таким вот, этим самым, как его, Булом. Бул себе прикупил крутой скин, и одну команду мы сразу отправляем с падки. Спокойной ночи, ребятки, одна роза вообще тупила. Красиво он, кстати, прошел к... не пожалел ульту, прошел к, с ящичку. И взял банку. Ну что, сейчас мы вот от них еще клепанем. И неплохо мы отоварились. 8 банок в самом начале игры, в принципе. 9. О, божечки мой, 10, 11, 12 банок, ребятки. Вот это будет, это, наверное, лучший бой за сегодня. Круто. И я думаю, уже никто с нами не сравнится вообще. Даже будет бояться слишком подходить. В общем, первое место, я думаю, нам обеспечено. Но мало ли все может быть. Мы можем затупить, конечно, хотя я сомневаюсь. Ну что, будем тут бегать по кустикам, ждать этих чувачков. Вот Шелли идет, она думает, блин, что с вами играть. Короче, пошла специально, чтобы, видать, мы ее убили. Есть столкновение, за первое место борьба. Так, тут у нас сейчас, оп, как она по мне стреляет, отходим немножко. Обойдем вот тут. О-хо-хо, Бул. Без шансов, Бул, без шансов. Сейчас моя пушка, думаю, поможет. Так, она поставила свою собачку. Мы сейчас ее, конечно же, ребятки, снимем. И сейчас будем ее окружать. Я попробую ее сам замочить. Боится. Ладно, дадим шансик. Да, что такое? Заколебали эти метеориты. Дадим шансик им еще там побегать. Все, короче, эту мы снесли, Джесси. И остался Бул с 0 банками. Он бегает от нас, убегает. На что он надеется, не знаю. Да. Да, чувак, давай уже останавливайся, мы тебя убьем, да и все. Не, красава, дотянул, так и появилась еще Джесси. Ого, 18 банок, давайте, ну вари, давайте, на тебе. И сейчас убью-ка я ее. Не, не могу попасть, наверное, таки Бул ее добьет. Красавчик, Бул добил. Хороший бой был, мне кажется, он реально сегодня был лучший. Вот, нам дали уже 17 ранг, уже если проигрывать на Пенни, уже будут кусаться. Кубки будут отниматься, неплохо. Так, нам полетели еще кубочки, мы совсем немножко до 35-го этого самого боксика. Ну что, ребятки, вот так вот мы сегодня поиграли. Оказывается, обновления еще не было, мы его все будем ждать. Вот, напоминаю, наш клан, кто хочет, присоединяйтесь, места пока есть. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди очень много интересных видосиков. Всем пока-пока!